Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим картофель по-турецки. Как мы знаем, вкус блюда определяют специи, поэтому специи, которые я укажу, использовать необходимо обязательно, иначе вкус совсем будет другой. Итак, нам потребуется 1 кг картофеля, можно взять 100 кг, 4 зубчика чеснока, 15 грамм сливочного масла, подсолнечное масло. Из специй я буду использовать тимьян, базилик, сладкую молотую паприку и соль. В чашу мультиварки выкладываем сливочное масло, оно должно быть мягким. Добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выкладываем картофель. Картофель порезала крупным кубиком, прямо такими крупными кусочками. Картофель необходимо помыть, порезать и вымочить в воде хотя бы минут 10, после чего слегка обсушить. Чеснок измельчаем не с помощью пресса, а именно нарезаем мелкими кубиками, вот так. И добавляем к картофелю. Добавляем чайную ложку тимьяна, чайную ложку базилика и чайную ложку паприки. Теперь необходимо все хорошо перемешать. Сразу добавляем соль. Соль добавляем по вкусу, я добавляю чуть больше, чем чайная ложка. А теперь вот все хорошо перемешиваем. Соль, специи, масло, все должно распределиться равномерно. Картошка должна быть тоже хорошо просолена. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка. У меня ручной режим при температуре 130 градусов 40 минут. Нажимаем старт. Время истекло. Вот такая картошка получилась. Она отлично подходит как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!